После матча в интервью нам дает главный тренер Крыльцев Петр Николаевич. Скажите, пожалуйста, как складывались события в игре и что получилось? Где, может быть, стоит что-то доработать? Ну, еще раз хочу повториться, что такая игра неоднозначная была, да, хотя мы, со стороны там показалось, что команда соперника. Ну, я могу сказать, что мы контролировали игру, да, то есть контролировали больше мяч. Наверное, заслуженно победили. Хочу ребят поблагодарить за это, да, то есть при такой жаре. И, конечно, команду соперника и ребят, то, что они до конца там бились и довели игру до победы. Согласны ли вы с тем, что преимущество Крыльев сегодня должно было быть больше? Много не реализовали моментов? Ну, с этим можно согласиться, конечно, если бы это вылилось в голы, да. А так, по факту, то, что есть, есть. То, что мы благодарны тому, что это, что так. По два мяча, да. Хотя хотелось бы, конечно, и больше, да, в атаке там что-то поиметь. Ну, еще раз хочу повториться, мы благодарны тому, что такой счет был. Да. А как оцениваете вышедших на замену игроков? Усилили они игру? Ну, тоже неоднозначный такой ответ, да, там кто-то хорошо влился в игру, да, кто-то менее хорошо влился в игру. Вот. К тому же еще результат как бы давлел все равно. Результат, да, пацаны уже взрослые, все равно понимают, что нужен результат добиваться. Наверное, это тоже давлело. Вот. Поэтому, ну, в целом я доволен, да. То есть выше, чем назовем, доволен. Спасибо большое за интервью и успехов в дальнейших играх. Спасибо.